На Могилевщине створена областная комиссия по выборах депутатов местных советов депутатов Республики Беларусь 28-го скликания. Ее колькостный и персональный склад вызначены под час совместного посяджения членов Президиума областного совета депутатов и облвыконкома. На посяджении были разглежены усе вылучшенные у склад областной выборчей комиссии кандидатуры 24 человеки. Шляхом голосования члены посяджения зарабили свой выбор. Областная выборчая комиссия будет працовать у складе 13 человек. У ее увайшли представники от политичных партий и інших громадских объединений, працовных коллективов и выборщиков шляхом сбору подписов. 6 человек у областной выборчей комиссии представляют регионы. Мы видим, что достаточно представлено количество наших общественных объединений политических партий. Это представители таких общественных объединений, как «Белая Русь», «Фонда мира», от профсоюзных объединений, от ветеранов, ветеранской организации и от партии «Труда и справедливости», от Белорусского фонда мира и Коммунистической партии Республики Беларусь. Вызначено, что первое организационное посяджение областной выборчей комиссии пройдет 25 листопада. На им, у приватности, будет обран старшиня комиссии. Нагадаем, выборы у мясцовые советы депутатов пройдут 18 лютого 2018 года. У Могилевской области будут обраны больше за 2,5 тысячи депутатов.